Полиция Майами проводит обыск в почтовом центре в городе Опа-Лока в штате Флорида. Вместе с саперами они ищут там подозрительные посылки, схожие с теми, которые в последние несколько дней были разосланы видным демократам и критикам американского президента. Следователи полагают, что часть пакетов со взрывчаткой была разослана именно из Флориды. Между тем, до сих пор полиция не произвела ни одного задержания, а список адресатов опасной корреспонденции вырос до 10. Так, бомбы по почте отправили Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку и Мишель Обаме, миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему генпрокурору Эрику Холдеру, экс-директору ЦРУ Джону Бреннону, вице-президенту Джо Байдену и актеру Роберту Де Ниро. Рейтер, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщает, что взрывные устройства были изготовлены из обрезков трубы по инструкциям, доступным в интернете. Эксперты утверждают, что их конструкция слишком примитивна, а значит, рассылка осуществлялась не с целью убийства, а скорее устрашения.